Привет, ковбои! С вами Voice Rebus, и это просто канал об играх. Сегодня я расскажу вам о самом сокровенном, о трех моих любимых RPG, которые по совместительству можно назвать столпами современного видения всех игр с элементами RPG. И, немного заглядывая вперед, могу сказать о себе что-то новое. Но для начала небольшая вводная. Для меня RPG — это обязательно проработанный мир приблизительного средневековья. По возможности с магами и драконами, где честь и доблесть царят об руку с предательством и жестокостью. Принцессы ждут своих сияющих рыцарей, которые в это время бухают в тавернах со шлюхами. Потому постапокалиптических RPG не будет. Кстати, всех времен это про мою жизнь, а всех народов это сугубо по моему личному мнению. Но хватит обо мне, давайте наконец об играх. Аж самому не терпится. А начнем мы со старичков, которые слегка заявили о себе на недавно прошедшей E3 серии игр The Elder Scrolls и самой современной их игре Skyrim. И да, именно Skyrim, не Morrowind, потому что серия древних свитков цветет и пахнет, с каждой серии добавляя что-то новое и иногда убирая что-то важное и хорошее. Но Skyrim, хоть и имеет отличие от Morrowind, на текущий момент все же более играбелен и любим не только мной, но и другими любителями RPG. Впрочем, Morrowind тоже заслуживает нескольких секунд славы. Если сейчас ваше тело пробирает миллионы мурашек, то вы действительно помните, что такое Morrowind. Но здесь мы говорим все же о холодном и неприветливом Скайриме, который переживает не самые лучшие времена. Когда Красная Гора извергла свое пламя и аргоняне завоевали Morrowind, а сам Скайрим на наших же глазах начинает переживать жестокое нападение возродившихся драконов, появляемся мы. Про Красную Гору сказал, чтобы было понимание, что время в игре не стоит на месте и между частями проходят тысячелетия, да и данмеры — моя самая любимая раса. В этой игре все хорошо. Классический сеттинг с мечами, луками и магией. Огромный выбор классов и нереальным количеством часов геймплея. Вспомните, у кого сколько часов наиграно? Лично у меня, у основного персонажа, только более 200 часов. Одной из основных особенностей игры – своеобразный герой-одиночка, возникающий в нужное время, в нужном месте, а.к.а. Гордон Фриман. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Всегда разный, такой, каким вы захотите видеть его или ее, с любым характером, любыми навыками, от дерзкого иллюзорного убийцы до варвара-торговца. Это одна из особенностей игры, у твоего персонажа нет имени или прошлого, ты создаешь героя здесь
и сейчас, и волен быть тем, кем сам пожелаешь, и никакого морального выбора при выборе квестов, ведь спасать своего сына тут совсем не нужно, лишь целый мир. Кстати, еще одна отличительная черта — моды. Никакая другая игра не может похвастаться таким количеством модов и модмейкеров, которые спустя десятилетия после выхода игры все делают и делают моды, которые делают странствия интереснее или неожиданнее. Благодаря модам эту игру можно превратить в волшебный край с единорогами, испражняющимися радугой, и главным героем — феей. А на недавнем E3 беседки объявили, что игру ждет переиздание с улучшенной графикой и официальной поддержкой модификаций. То самое чувство, когда Skyrim в 2016-м лагает на средних настройках, а беседки объявляют о переиздании с улучшенной графикой. Но иногда в Скайриме не хватает уютного, не очень большого мира с колоритным героем, проработанными персонажами и невероятной атмосферой, где ты мир можешь запомнить наизусть и практически с закрытыми глазами пройти его по памяти. К сожалению, игр-современников с подобным миром нет. А издатель нашей следующей РПГ всех времен и народов все больше делает лишь пародии на легенду, которая все хуже оригинала. Итак, речь о Готике 1 и Готике 2. Ты поймешь, кто я. У меня нет имени. Так же, как нет имени и у тебя. Готика 3, конечно, хорошая игра, но уже не совсем Готика, да простят меня фанаты, а Готика 4 не игра вовсе. Готика — это очнувшийся в болоте и сразу получивший в морду безымянный бывший заключенный, которого за некое преступление бросают за магический барьер. Его жителям на него настолько наплевать, что за две части игры ему так никто и не дал возможности назвать свое имя, потому мы даже не знаем, как его зовут. Для нас это просто ГГ или самоименованный Робар III в конце третьей части. Готика 1 — это когда стражник у ворот в лагерь спрашивает, зачем пожаловал, а ты в шутке говоришь, что чтобы уничтожить лагерь, и тут же получаешь мечом в ухо. Но уже через пару глав действительно приходишь в этот город и вырезаешь всех находящихся там людей, чтобы получить немного заветного опыта. Мясник из главного лагеря прям. А вторая Готика — это когда в конце прошлой части тебя завалило камнями, но магические доспехи поддерживали в тебе жизнь, и некромант оживляет тебя. А уже через несколько глав ты вор, убийца, практически насильник, бывший заключенный, становишься священным воином Инноса в лице паладина или мага огня, и начинаешь указывать, что делать верхушке местной власти. А о том, что ты изгнал спящего или уже убил пару-другую драконов, можно просто промолчать. В любом случае, Готика — это нереальная атмосфера, шикарный мир, сюжет, персонажи во главе с главным героем. Если не играли, не благодарите, а просто поиграйте, но если играет, то не отчаивайтесь. В конце прошлого года вышло огромнейшее фанатское дополнение Возвращение 2.0, которое сейчас уже довольно сильно обросло патчами и неофициальными дополнениями к неофициальному дополнению. Короче, must have. Даже сейчас, закрыв глаза, я могу вспомнить каждый шаг в этой игре и мысленно.
была моя первая РПГ, а как мы знаем, первые никогда не забываются. Пришло время напомнить им об их истинном предназначении. Слепая воля судьбы ведет по этому пути простого смертного, чьи деяния помогут нам принять верное решение. Хотя он и не осознает это. Мы подождем, как ждали на протяжении многих веков. Мы подождем. Но еще год назад я был уверен, что не увижу РПГ лучше Готики или Тес. Ну или хотя бы достаточно хороший, чтобы стать на один уровень с первым Фейбл. Но вышел Ведьмак 3. Где суровый, мужественный Геральт в невообразимо проработанном живом мире ведьмаков, благодаря серии книг Сапковского, истребляет вампиров, урдалаков, нежить, бестий и прочих других тварей во имя Луны. И эта игра меня покорила. Она была и одновременно идеальной, как Готика или Тес, и самобытной, с несколько другим миром и конкретно прописанным героем. В Тес мы создавали то, что сами хотели, ограничиваясь лишь собственными моральными правилами и фантазией. В Готике нам давали крутого героя, харизматичного, с яйцами, и посвящали в его восприятие мира, но давая некий выбор в домысливании, ведь по большому счету герой создавался только при попадании за барьер, в тот момент, когда мы начинали играть за него. Его прошлое мы так и не узнали, как и имя, но Геральт жил до игры, с его поступками можно ознакомиться по книгам, это очень проработанный, сложный персонаж, как и вся вселенная. Нам то и дело говорят, что «Эй, Геральт, ты ведь тут уже был и знаком с этими персонажами», обращаясь при этом даже не к игроку, а к самому Ведьмаку. Признаюсь честно, я не прошел до конца первую и вторую части. По неважным сейчас уже причинам. Но уже тогда мне дико доставлял мир, сеттинг и общая атмосфера. Но вот вышел Ведьмак 3, и более 300 часов прошли незаметно. Как жаль, что это все. На самом деле есть еще очень много хороших РПГ. И упоминавшийся ранее Fable, и линейка постапокалиптических Fallout'ов, и старички вроде Baldur's Gate, или Дьяблы с Акредами, и даже Dark Messiah, Might and Magic или Shadow of Mordor с определенной стороны хорошие и уникальные. Кстати, не знаю, можно ли ассасинов назвать РПГ, для меня это скорее приключение, как и Принц Персия. Сейчас многие особенности, присущие чисто РПГ, проникают и в другие игровые жанры, делая их, конечно же, круче. Но не стоит забывать тех, кто стоит у основания и развивает этот жанр. Если вы любите его, обязательно поиграйте в те игры, которые я сегодня назвал. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, видео заслужило лайка и подписку на канал. Напишите в комментариях свою любимую РПГ и почему она такая крутая. А я пока подумаю над 10 правилами настоящего любителя РПГ. Увидимся в следующем видео и всем пока-пока!